Тенистые аллеи, шум листвы и поющие в ветвях птицы. Хорошо устроенная зеленая зона в черте города – настоящее сокровище. Сегодня в Комсомольском парке с утра кипит работа. Здесь высаживают молодые деревья. И для местных жителей это большая радость. Да, это хорошо, что посадили новые деревья. Здесь будет больше тенька, побольше бы таких мест. Мы здесь почти каждый день гуляем. Чем больше зелени, тем лучше. Так что нам все нравится, очень красиво. Парк очень красивый стал. Деревья здесь обязательно нужны. Часто, да, я с внуком часто гуляю. Да, хорошо, хороший парк сделали. Мне нравится. И детям, наверное, нравится. Озеленение в Комсомольском парке на улице Новаторов и на бульваре Победы по Московскому шоссе рязанская нефтеперерабатывающая компания провела в рамках реализации всероссийской акции «Зеленая весна-2021». В общей сложности сегодня высажено более 100 саженцев липы, рябины и дуба красного. Нефтяники рады помогать городу Рязани. Это наша не последняя посадка. У нас еще планируются посадки в школах, парк ЦКПО. Мы рады помогать нашему городу. Этой весной, благодаря рязанской нефтеперерабатывающей компании, дубовая посадка уже появилась в деревне Турлатово. В планах предприятия высадить более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы на разных площадках города. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».